5-5 нормальная тема. Короче, пацаны, это нихуя не легко, блядь. Сейчас надо, чтобы дядя Саша контента ебанул. А по сколько раз ты нажимаешься? Я делаю 5-5. Делаешь. Ты знаешь, как надо сделать стрим? Надо чуть-чуть подальше поставить, чтобы было видно, как ты, как ты, да, вот так вот, смотри. Сейчас все подскажу, подождите, не суетитесь, отходите. Вот, чтобы было видно, что вы делаете. Да. Как я всегда говорю, камера дает 25% возможности. Сейчас мы включим музыку. Не ганста-рэп, конечно, такую. Дядя Саша меломан, ну нормально, пойдем. Кстати, сегодня у нас патриотизм. Сегодня патриотизм. Так, давай. Ты делаешь 8-8. 4-4. Мы сейчас просто разминаемся, ребят. Сейчас начнется шара. Это просто разминка. Старт каждую минуту. Почти 3-3. Потом лучше добавить, нежели потом что-то хотелось. Это не наша история, наша история, мы это потом, когда ты умножаешь количество повторений, отходов на вес, он хороший на нас подошел. Сейчас пока разминаемся. Не торопясь, нахуй. Это, оздоровить. Много? Давай челлендж. Мы, короче, 60 минут. Вот так работаем. Просто 60 минут подряд, нахуй. Давай мы челлендж сделаем. Какой здесь челлендж? Ты берешь за контент? Самый главный? И вот так вот ты сколько ты пробьешь? Ну, меньше минуты. Сложь? Ёпта, работай. Больше. Бля, кстати, не по тему охуенно, чисто 60 минут отжимания, 60 минут поднимания. Я уже занялся. Я уже начинаю задавать. Здорово, что за движ, пацаны, блядь, спорт. Спорт, сила. Вот так заебись. Пацаны, бейте шарик. Давайте 2 минуты еще. Можете его боксировать. Сколько лет, дядь Саша, спроси? 2 часа мероприятие будет здесь, а потом... Дядь после... Саша, сколько тебе лет? А я уже старый, мне уже 70, столько не живут. Угадайте в чате, сколько лет. Да, угадайте, сколько лет, ребят. Покажи спину, пожалуйста. Спину? Спину. А шею. А шея, знаете, ребят, как называется? Шея называется не твой уровень, детка. Так, давай. Качай шею, детка. Можешь как в истории сделать? Конечно, можно. Нужно сделать как в истории. А вот это вот. Я же говорю, уровень не ваш. А вы знаете Спаса Кукоцкого? Спаса Кукоцкий опасный парень. Я бы вам не рекомендовал с ним связываться.
очень. Кто знает, тот поймет. Особенно сын его. Сын вообще убийца. Особенно сын, да. На сына смотрю и понимаю. Ну, как, хотя с детей нельзя как бы улыбаться, но сын очень грамотный, молодец. Все, мы тренировали. Все, да. Блядь, пиздец, дядь Саша легенда. Сделай эту. Слышь, если не будете тренироваться, будете как сын Спаса Кукотского. Ты знаешь, что это? Я тебе покажу потом. Это который читинг сила, там есть такой чувак. Smile face. Кто знает Спаса Кукотского, лайк в чат закиньте. Все, встань, вставай. Делаем дальше. Давай, я смотрю. Сколько ты 6 лет? Я 6. Бля, это выглядит легко. Прикиньте, 60 минут надо хуярить. Три раза, потому что сейчас 3-3. 60 подходов. Он такой энергичный тип. Главное, не надо, зашел манго. Чего вы стоите? Потому что, блядь, 60 минут, каждую минуту подход, мам. Да, мы отдыхаем. Сейчас чисто разминка. Так мы 60 минут должны делать одно и то же. По факту мы умрем быстро. Поэтому мы сделали 6 повторений, отдохнули. Минута прошла, опять сделали. Все такая схема. Ну да, нет, мы профессионально зарядку делаем. Подождите, не газуйте, сцепление порвет, я говорю, время еще нет. Когда я беру старт, начинаем отжиматься. Подождите, отдохните. Уже. То есть я сейчас говорю старт, делать. Отжались, поднялись, пошли. А мы все это время разминались просто? Да нет. Все, говорили со старт. Буквально отжались. Сколько? Да. 3-3 так же, да, пока что? Да, сейчас приделай 6. 3-3. И пошел, важно ходить. Важно ходить. Нет, больше ходим, меньше пизди. Поэтому это поставьте дальше, потому что будет музыка играть, не будет слышно, что вы тут козя-позя проливали, делаете. Да, да. Но после 30 минуты я могу поспорить, вам будет не до смех. Все, так. Это вам не хухры-мухры. Это... Центр прогресса бокса. После 30 минуты, ребят, тут смехуёчкова пиздахаханьяк не будет, поверьте. Тут будет все жестко, братишка, жестко. Чуваки, в общем. Не знаю, что еще сказать. Все, пизды получили, пошли заниматься. У меня даже права пиздеть нету, что. Мы не можем. Вы там мыть. Через экран. Сюда батюшка пришел, пацаны. Вон там вот залитка. Вот он стоит там за это. Там реально у типа вот тут крест типа на шапке. Сейчас будет. И радость разрывает изнутри. Остался где-то там. Это только начали. Сейчас, пацаны, покажу вам батюшку. Только тихо. Вот, видите, тип в шапке идет. У него крест там. Ходить надо, ходить.
звучит в одном. И мяч теряет скрипка в детва. О, Бог, это было. Честно, я уже пиздец потный, блядь, это пиздец. И в отчий дом мне спешит пора. Второй подход был. Пацаны, запомните нас такими, через 60 минут мы будем мокрые, просто... Второй подход из 60-го. Проиграем цифа, слышим, кто проебет, приходит на спарринг с Айком. Сборная трапа, пацаны. Тип за полчаса разбежит. Вы не понимаете, это был третий подход, блядь, из 60. Ходим, главное ходить. Наконец-то еду я на родину. О боже, как ты стал хороша. Жаль, что видят это лишние ноги. Ты уже чувствуешь? А давайте с нами, ёпта, блядь, ходить будете нахуй. Вы, когда мы отжимаемся, вы тоже отжимаетесь, блядь. Чё пишет? Отжимайтесь, поднимайте гантели, ёбаный рот. Ну. Попробуйте 60 подходов сделать по 5 раз. Навеки в нашем сердце десантные войска. Мы засыпая видим синеву. В тугих, как струны, стропах нам ветры пропоют, как родина красива свысока. Пусть знают, что державу никогда не подведут воздушные десантные войска. Никто, кроме нас, не выдержит. Вы вперед, правда. Это нормальная музыка. Гога, давайте, ставьте да, конечно, плюс, если хотите, чтобы нормальная. Гога такую же делал. Пацаны, в конце стрима делаем спарринг с Гогой. Пацаны, четвертый подход из 60 был. На острие атаки, когда везде огонь, и все пылая рушится вокруг. Нам БНД поможет, десанта верный конь, прикроется спины надежный друг. На марше и в полете, в горах и небесах, горели, мерзли, ползали в болотах. Чувствуешь? Охуенно, охуенно, заряд энергии, блядь. Блядь, как будто меня водой обливают. Блядь, дядя Саша легенда, пиздец. Груша сдачи не даст. Груша сдачи не даст, видишь? Сама это выглядит легко, но это пизда полная вообще, блядь. Пятый подход. Тогда, Гей, давай дружеско обоюдные спарринги. В конце, если мы будем живы, мы чуть-чуть так, в пятнашки поиграем. Пятый подход из 60. Когда-нибудь приснятся туманы под крылом и купол шелестящий по траве. Захочешь вспомнить по центру грязь? Что ты несешь? Гога, не ставь так руки широко. Пишет. Дядь Саш, вообще как дела? Расскажи. Вообще охуетительно. Бодрячком, братишка, суета. Давайте все тоже отжимаемся, если хотим выглядеть вот так, это пиздец. Ну, лет 10 отжимаемся, и будет вот так. А лучше приходите на тренировку. Тренировки все открытые, все бесплатные. Александр Македонский. У меня в истории можете увидеть. Правильно, все приходим на тренировки. Занимайтесь спортом, а то папаете там всякие.
штуки. А лучше там ты бить. Блять, какой это был вопрос? О, уже чувствуется да. Сильно. Мы, браток, живем не дужим, мы балтийским плотом служим. Пишет Гога от пизды лысого. И морских просторов ждали, дома нам сегодня. Блять, я не приду, какой рост у мало. Пусть знает. Нормально все, зашли, чекайте, работает сейчас, F5 все сделали, норм. Честно, prescription gang уже, блядь, этот. Мы со всеми можем ладить. Только нас не надо гладить. Нормально сейчас все? Я Гога, работает, мой брат, пацаны, чтобы вы понимали. А вы настоящие братья, дерутся только в ринге, блядь, в перчатках. Платят. Так что если вдруг вы хотите бой... Я сейчас охуею, блядь, это пиздец. Нормально работает все? Отгрела ствол горячий, с небес на парашюте съехал, он называется Барбеком. Вот тут начинает. Да пиздец, ёбаный. Саны работают? Работает все, блядь. Легкая разминка. Да прости, сутки не снимал, я напишите в чат, чтобы F5 ну никто не мог. Чел, я отожмусь больше тебя, я уверен. Пишет, попросите дядю Саню показать вам технику отжиманий, больно смотреть. Чел, а ты знал, что она может быть узкая, может быть широкая? Ну, типа, да. Чел, ты знал? Чел, ты знал? Что это? Время уже было. Да. Я 50 раз отожмусь, так я тоже, я на видосе, пацаны, чтобы вы понимали, с Гогой, там, о котором мы вчера говорили, там будет отжимание. Ровно 50 сделал. Сапога, пропади моя тоска, вот он я, тебе в войсках речь. Блядь, это песня, но я попал сюда, так сесть не то, что на гражданке, на какой-нибудь гражданке, без оружия и суда. Робот изучил, для печали не причин. Не просто быть собой, когда шагает строй. Ух, блядь, да, это в зале музыка, понял, это чисто для меня. Ходим, отдыхаем. Пацаны, я уже охуеваю, блядь. А давай зал покажем пацанам. Поставь, потом покажи, покажи, все зал. Покажем. Ладно. Покажи сразу. Чтобы они понимали. Все нахуй, на диету, ёп. Ну, короче, на месте ни в коем случае стоять нельзя. Вперед только. Хотите быть пиздатым, богатым,
Занимайтесь спортом. Я вот начал заниматься. Чтобы быть еще пизже и богаче. Пацаны, вы увидите, какой я буду через полгода, охуеете. Встаем обратно, нахуй. Сколько слез ты, сколько личек, сколько лиц лечим от личек, и как мало в нас различий. Я уже знаю, за сустенцем. Все, пацаны, я за мобилы второй схожу, чтобы в ТГ написать. Попизди, сейчас потом. Че, пацаны, если лысина нормальная, можешь так всегда ходить? Скриптонит такой чисто. Че, в общем, предлагаю в конце стрима подбить Гогу на то, чтобы... помахали с ним немножко в перчатках. Кто за, ставьте плюсы. Устроим ему чернуху чисто в конце. Спасибо. В смысле, буду тебя стричь? Мы это, занимаемся в зале. Фух. Я, пацаны, на самом деле уже сложно думать, говорить, потому что ну, сложная тренировка, типа, нам еще, не знаю, полчаса даже больше, наверное, надо отжиматься и поднимать гантели. Кажется, лес маленький, но, типа, убивает. Зал, центр прогресса бокса, если что, вот у дяди Сани. У нас в торках, типа, если что, есть на его ссылка, у него бесплатные тренинги еще, кстати. Женя! Давай. Ты не интересен им. Мы по факту отжиманий сколько? 60 уже сделали. Мы пропустили время. Короче, отжимания 60, наверное, сделали уже. 10-й подход только из времени, мы же до этого еще фуярили. Пацаны, хотите дядю Сашу, ёпта? Сколько еще осталось? Еще 50 подходов. А ты, кстати, а мы время засекали? Ну, примерно полчаса, ну. Ты что, ну прикольно, разминка была 23 минуты. Нам еще 50 минут. Я уже мокрый. Блять, пацаны. Ну, кстати, рука вообще не забивается, а вот от отжиманий. Да. Что за звуки? Звуки за дядя Саша. Дядя Саша. Ух! Как настроение? Настроение. Становится немножко жарко, ребят. Короче, ты как? Да все супер. Я думаю, надо тебе добавить еще, наверное, на одно повторение. Четыре, теперь? Да, то, что ты в оргазме легко идет. Что-то ты в оргазме выступаешь. Сейчас музон нормально включаем. Музон нормально включаем, добавляем, но... Блять, пацаны, пиздец. В общем, Гога в оргазмах, пацаны, ему плюс одного. Музон охуенный.
Да все, что может остаться в камере. Правда, тут нынде ты не прав. И да, тут умирает Москва. Само не может... Я потный, бесь нахуй. Если да, никто никогда не знает. Как обычный столет. Давай, что давай, кто-то на спаду. Не дать славы, кто-то не спаду. Блядь, отойди, ёпта. Что ты хочешь? Читаю чат. Просто интересно. Так, Женя, отойди. Вау! Сука! Правильно дядь сказал, дядь Саша сказал, что я в оргазме уже нахуй. Нахуй дядя Саша назад, пацаны, показывал один раз. А что вы думали? Я сделаю, серьезно? Я максимум, ну... Как отжимаешься? Отжимаешься широким хватом, а не каким? Я делал сначала широким, сейчас узким просто. Но тебе узким сложнее будет, если... Да, да, да. Пацаны, ЧВК Редан. Вау! Нормально, я сейчас... У меня единственное ощущение, вот после всего этого, у меня вот такие электроволны холодные. Еще 40 поговорили. Минут, блядь. Пацаны, у меня отрастут волосы, я опять красивый буду. Ебать у дяди Саши плейлист. Чё? Дядь Саша плейлист охуенный. Дядь Саша вообще нормальный тип. Походу скоро должен таять снег, но пока стучит в окно метель. Я снова оказался с ней, нас отпустит только по весне. У нас есть все, чтоб полететь, но не оторваться от земли. Господь, черный Мерседес, вылетает с левой полосы. Я знаю каждый плед, твой секрет, каждый шаг секреты назад в сердце. Доборы с кем-то тет-тет-тет, не знаю, где нажать на тормоза. Но в руке слышу чьи-то голоса, снова в Москву пустой ночной вальс. Я могу, я вроде все сказал. Блять, это легко выглядит, сами попробуйте, ёпта. Буду брать платина. Я в нём не с тобой, да, я в нём от тебя. Как тебе меня... Плечиком, плечиком. Я же вроде все сказал. А я все понял. Значит, не один она делает как-то. Теперь-то я вижу, как... Танцевальная пауза. Да, я занимался боксом, пацаны, я не занимался спортом полгода. Попробуйте нахуй 60 подходов сделать похуй, хоть по 4 отжимания, блядь, вот так это попадет. Короче, пизда. Женька, иди сюда! О, подышать можно. О, дядь Саш, да. Евгений вообще танцует, ёпта. Надо Евгению добавить еще. Женя, у тебя плюс один, ты танцуешь. В смысле? Ты на один больше теперь делаешь. А, да? Окей. Мне бы гантели побольше. Давай, гантели побольше надо, что такое? 4 килограмма. Давай. Саша сказал. Давай. Тебе надо больше побольше. Дядь Саша, ему надо побольше, дядь Саша. Ему надо побольше гантели, что такое? Поверь, это все пустяк.
сквозь лесу. Над городом пролечу, разлетом лечу. Ты скоро поймешь свой путь, уедешь. Ты сколько сделал сейчас? Я 7. Теперь ты 7 делаешь. Так я 7 сделал. Так, где? Где 20 минут? У кого есть запас, на один добавляем. У кого запас чуть-чуть, на баке молоко. Запаса много. 10 минут из музыки. Ребята, кто-то упалится, тренера, все упалится. Кому слишком легко добавляют? Я добавлю. Время. 8 будет делать? 7 будет. Ну, чуть что 8. 8. Я трусы пиздец потели. Домой как пиздец. Я хотел обратно работать в обратную сторону. Кому тяжело, уменьшай. Ребят, снять или это кому вопрос? Баскетбол или бокс? Бокс. Ты баскетболом занимался? Мало, а что было? Ты баскетом занимался? Да. Ты умеешь баскетбол играть? Конечно. Чувак, я тоже. Сколько ты баскетом занимаешь? Год. Больше. Ой, я десятый. Случайно задумался, сделал 10. Самый плотный, плотный нахуй. Рост 177. Не забывай. Нельзя Гогу в треке упоминать. Порвачили френдли трек. Тим пишет. Барпач или френдли трек. Ты знаешь, что такое барпач? Сами себя успокаивают. Это лучший коммент просто. Отжимайся, ёлка. Сам отжимайся. Чё ты? Есть? Есть карта? Какие у тебя штаны? Если в хорошем смысле, максимум ты можешь, минимум ты можешь его благословить. Кстати, надо будет слышать как-нибудь в баскет пойти на туре поиграть. Целый плюс-чат, если Женя должен делать 10. Мне все равно я сильный. Пацаны, кто знает, тот, ну, знает. Вперед, сальтуху, базар 0. Сейчас. Скриньте. Нет, это не видно. Сейчас я сделаю. Пацаны. Написал я все, я сдох, честно, если говорить. На кулаках буду делать. Просто, ну, легко. А все потому что... ЧВК Редан. Вас снимают? ЧВК Редан. Где нас снимают? Это мы снимаем. Время.
завтра мы охуеем, блядь. Могу сделать такие же звуки. Ну отлично, да, вот так можешь его упоминать, вопросов нет. Только хорошее слово. Можешь меня еще упомянуть. Сигу уже не хочется даже. Эхо. Вас видишь, чемпионы здесь сидели. Сейчас это даже я не буду чувствовать. Чуть-чуть начинаю чувствовать. Больше делай, если чуть-чуть, блядь. Как вы думаете? Как тебя зовут вообще, чел? Чел. Ну, ты так не базарь, а то вот этот парень. Вам нужен стрим с шахом сегодня? Сегодня? Плюс чат, если вам нужен стрим с шахом. Сегодня, ты думаешь? Плюс, если хотите, everybody loves us увидеть. Шашки с шахом. Пизда, блядь. Плюс кто хочет. Стрим с шахом. Это знаете, пацаны, это как вот эти телепередачи типа с зарядками. Также мы сегодня со стримом. Вы можете тоже становиться перед экранами. Начинать вот эти все темы делать. Я уже по 8 делаю. Я по чуть-чуть увеличу. Дышать. Пацаны, в общем, предлагайте, что бы их на стриме увидеть хотели, можем все реализовать. Мы в ближайшие полгода точно стримим много. У меня 1.90 м. Я так просто маечку одел, так еще побрился, уродом выгляжу, так нормально. Постригите Гогу, не, пока отращиваем его. Время, ща подойду. Ща подойду. Блин, ща подойду. Стойте, давайте вам поменяю обзор, чтобы всех было видно. Видите, там нас много. Вот так. Сейчас поймете еще, насколько мы с Гогой живые по сравнению вот с этим мужиком в розовых штанах. Он вроде уже умирает. Гогу на лысо на 10 тысяч онлайн, мы сказали. Мы ровно половину сделали. Надо походить, походить надо. Не, пусть там стоит Гог. Светится. Можно вот так ее полировать. В общем, это счастливая лысина, кто меня увидит в городе или у нас в барбершопе, подходите, трогайте, будет у вас удача по жизни. Сейчас, стойте, чикс, настраиваем, время. Сейчас, пацан. Бога, падай. Я один подход пропускаю. Я нахуй. Слышишь? Адрес барбершопа Вернадского, 29. Попробуй на
Я пробовал. Я пробовал. Ты все, умер? Один подход можно пропустить. Ну нельзя, но... Давай на мужика делай. Сейчас сделаю. Пизда, эту хуйню сбривать надо уже. 10 тысяч онлайн мы сбреем, пацаны. Ну. Сейчас, стой, я вернулся. Чтобы вы просто посмотрели на мужчину. Делаем. Сейчас. Смотрите, вот в розовых уже все, еле отжимается. Сейчас покажу. Пизда полная. Я с ним, Александр, я с ним. О, музончик пошел нормально. Ебани сальто, не умею. Я, в общем, вместо 5 двенашку взял, сейчас буду делать. Женя, Женя изменил гантели. Мнение по новым гантелям, да? Мнение по новым гантелям. Тяжелее в два раза. Ну вот, блядь. Это его вес, поэтому он сейчас не будет так веселиться. Мне сказали, мне не двенашку надо, я взял двенашку. Двенашка быстро убьюсь просто. Так-то я могу и 20 поднять, типа, но просто на долгий результат это будет сложно. Поэтому оптимально 10-8 мне бы взять сейчас. На скорости по Москве, куда-то нас несет. Скажи, может, поразвигать, что будет слушать, как уже тот день настать подозван. Умерли в кино, я люблю, чтобы уйти к метеору свете. Блядь! Ты чё, лысое яйцо, блядь, вообще нахуй охуел? Чё? Ходит ему вообще похуй, яйцо лысое. Забудьте его, что он лысый. Чё, блядь, базаришь? Кулак отпусти. Забудьте его, что он лысое яйцо. Пацаны, кто булить будет, он всех так же побреет, блядь, понятно? Блять, давай походим, потому что ты пиздаешься. Я согласен. Короче, пацаны.
Забудьте его, что он лысый яйцо, пишите. Фу, лысый. Фу. Ты сейчас добиздишься, что такой же будешь, как сестра. Тоже лысый буду? Да. Не дай бог, блядь. На сдачку просто. Сейчас бы чаху покурить. Все, у меня аж башня движется. Бля, не нужно, не надо, я тебя обжимаю. Я хочу к маме. Ты, сука, хлюпик ебаный, давай, упал, отжался нахуй. Че, сука, к маме хочешь, да? Здесь тебя никто жалеть не будет, уебище. Лег, отжался. Поднял гантель, отжался, блядь. Чушпан, блядь. Занимайся, нахуй. А какая музыка? Время! Лысая башка, время! Падай! Лысая башка, падай! Что Богу не делать, я не знаю. Занимайся спортом, сука. Хочешь быть заряженным, успешным, богатым? Тебя в зал. Если ты не занимаешься спортом, не надо там по углам ходить, шабить, дрочить, мастурбировать. Хоть это и одно и то же. В общем, надо ходить. Отжиматься не умеет, пизду. Блять. Подождите, ёпта. Дядь Саш, хейтеры пишут, что мы мало делаем, и что они со своим 160-сантиметровым ростом делают больше в 5 раз. Вегер в харю, вегер в харю, а я шпарю, что мне грусть, моя печаль. Не учите отца ебаться. Я таких, как мы, уже сделал много. И в прямом смысле, и в перенос. Вы сами приходите на тренировки и показывайте, как вы можете, блядь, а не пиздите тут на Твиче. Ну, в натуре. Это просто какой-то базар, типа, левый. Сделайте 60 подходов таких, блядь, давай. Да, тогда есть zena.ru. А потом, ну, закиньте кто-нибудь, кто знает, zena.ru в чат, инста и телега там. Сорок одна минута? Да. Осталось 20 минут. Ну, 40 минут уже делаем, пацаны. Это уже достойно. Пацаны, 60 минут в таком режиме. Давайте, блядь, на видео нахуй. С моим весом. Закиньте ТГ лысого. zena.yuh. Все просто. Там ебать контент эксклюзивный. Там, кстати, интервьюха с Гогом есть в телеге. Пацаны, у кого есть, напишите. Еще подход пропускаю, блядь. Сосу дрыщи ебаные, понял, блядь? Это кто? Ну похуй на них, блядь. Так я говорю, вы приходите. Интернет-герои, ебаный рот. Бога тело.
Знаешь, почему они говорят, что ты неправильно делаешь? Почему? Потому что ты мешаешь им мастурбировать в туалете. А то, когда ты в туалете сидишь, всегда кажется, что тот, кто что-то делает, работает, делает это неправильно. Потому что он что-то делает. В тот момент, когда вы жрете, срете, спите или дрочите. Или пишите. Или пишите. Лохов. Лохов и петухов среди вас хватает. Есть порядочные, здравые, адекватные. Поэтому залетайте все на суету и гришь. Это G, чисто G, понял? Это именно G. Топ G, пацаны. Вот, вот как он выглядит. Телегу мы в чат напишите, заебали. Или инсту. Не плафа, не сдаёшься никогда. Мы сдаём, не мы как руны. Телегу мы в чат напишите, заебали. Или инсту. Это же наша жизнь, жизнь у нас одна. И пусть станет всевышний чистая душа. Где кровь, там и сила, топим до конца. Слово пацана, слово пацана. Дороже нашей жизни, жизнь у нас одна. И пусть станет всевышний чистая душа. Где правда, там и сила, топим до конца. Слово пацана. Газу, газу, не жалею! Оп! Газ, 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 газ! Все, падаем, отжимаемся. Там донат был какой-то. Где? Я не знаю, там был донат. Потом прочитай. Где правда, там и сила, топим до конца. Слово пацана, слово пацана. Дороже нашей жизни, жизнь у нас одна. И пусть станет всевышней чистая душа. Где правда, там и сила, топим до конца. Слово пацана. Нормальное отжимание. Вот этот Джоу ГЭС ДНК. Похуй чел. На него, похуй. Съеби со стрима по-братски. А он где модеры? Он пишет просто всякую, понял? Модеров нету. Опа. Все, потерялся, тип. А мы вот так умеем. Какой размер ноги? 47. У меня у брата двойняшки 51. Ну мы нам доху покажем, похоже. А можно все отписать отсюда? И пусть станет всевышней чистая душа. А кто его модером? Где правда, там и сила, топим до конца. Блядь, все, я понял. Давай, и пусть станет всевышней чистая душа. Где правда, там и сила, топим до конца. Пацаны, можете что-нибудь сказать? Вопросы какие-нибудь можно задать, а? Ты отжался? Возьми, попроси перчатки. Пацаны, а мозоли долго отходят? По национальности. Ты кем будешь? Белорус, я пацану. По мне не скажешь, но я белорус. Долго мозоли уходят? Пацаны, вы же дрочеры, вы можете быстро, сказать, долго? У меня мозоли тоже остались. Но это не из-за отжиманий, пацаны. Это я штангу поднимал, вы что подумали, блядь? Бля. Да, у меня есть брат, двойняшка. Ну, типа близнец, только двойняшка. Узнал я все и как поплакал. Все вместе с ней подразом. Расцели все вместе с обманом. Обрывается разница. Друга, я для меня не спеши, не молча.
или брусы. Входим, входим, пуль сбивается. С какого города Беларуси? С Бреста. Брест, пацаны. Погуляемся. Чек в спину. Ебать, там такая туша, нахуй, я еб... Ну да, я похож на цыгана. Бля, да я лысый, но урода похож просто. Тебе вообще нравится тренер? Сосон? Да. Да, да, да. А ты как будто не знаешь. Кто не сосал, тот хуй дросил. Что, блядь? Показываю один раз. После еще раз 30 покажу. Самый 42-й подход, блядь. Да, да. Это я тот самый гангстер, нахуй. Похуй, волыну таскаю. Ну а теперь надо же еще вот так именно, блядь. Мэл именно слабейший. Иди нахуй. Ура, иди нахуй. В общем, знаешь, что я заметил? Я топ-джи, блядь. Вот он черная, я белая. В нашей связке он дьяволенок просто маленький. Он такой тип, который... А я с другой стороны такой... Пацаны, да все нормально. Все хорошо будет. Он такой... Вот эта вот хуйня вчерашняя. Эх, блядь, Гога, нахуя? Вот это вот. Так просто плюнул. Идите, сука, 42 подхода сделайте, потом что-то пиздите в чат, блядь. Все, давай. Пацаны, приходите похуй, в зал, будем заниматься. Похуй. Ну вот, видите, сидят, как это работает? Сидят, дрочат, блядь. Я чуть запрет не сказал. Но вы, кто пишет хуйню на букву П? Слушайте, пацаны, только они поймите меня. Женя Лизагуб, мой близкий, во-первых. Вот, видите, он вот, ну, ебаный черт. Да, я его люблю. Я его люблю, иди сюда. Люблю его, как брата. Как реально брата любишь? Своего. Да. Сосал? Ну вот, пиздюк просто, вот. Что с него взять? В общем, пацаны, самая главная хуйня, которая произойдет в ближайшее время. Во-первых, это видео. Делаем до отказа. В общем, сначала видос, потом 16 ноября концерт там, Гоги. Там будем пиздуля, ну, пиздулизать, хотел сказать, но не так. Будем это ебашить страшно, в общем. Еще 10 минут. В общем, что, будем сейчас стримить? Мы делаем спарринг. Да, да, да. Делаем спарринг. Что? Все мои пацаны знают, что да. На Б букву. Какую? Осуждаю. Нет, блядь, он сказал, да, что-то два раза. Где я сказал, да это гон. Ты сказал... Осуждаю, блядь, блядь. Глаза кил, глаз на стекло, не эмоции, не чувств, уста. Почему это очень... Есть? Чуть?
Может, за трубой сходить, раскинуться? А, все есть? Блять. Продолжаем. Инет отлетел. У нас инет отлетел, пацаны. Я в ахуе. Пять минут за спорт! За спорт! Пять минут, пять подходов осталось, значит. Да, базар, пацаны. Спасибо, что это. Чуть что. Верните людей, блядь, верните онлайн. Возвращаем, сейчас будут спарринги, в общем. Пять минут мы заканчиваем упражнение и будет спарринг. Не будет. Будет спарринг. Будет. Добровольно принудительный. Делай. Не, колено держи. Я сбыл. Вот сейчас начну отказывать. Давай, Тишка, прискрывший гэнг синий от пота моего. Вот сейчас прям отказывать начинает. Я прям уже мне сложно. А мне сложно чуть, ну, не часто бывает. Ты ГК, ЖНК дайте. Пацаны, мы завтра закинем. Завтра закинем. Да, мы завтра будем стримить, закинем мой ТГК. Вы, и знаете, там вы можете его инс посмотреть. Женя Юх. Зеня, Зена, точка Юх. Чекайте татуху, угадайте, кто набил. Та норм. Угадайте, кто бил татуху. Чейскис. Егога. Не, я все, я в ахуе. Так, Юджей. В смысле, 47-й не проблема. Вот 51-й, вот у меня у братика. Там сложно. Зена, точка, Y, потом вот такая У, потом H. Бля, у меня вот тут забилось. Мне вот эта твоя татуха нравится. Охуенная татуха, бля. Хуй наоборот. Вот Женя хуй, только хуй наоборот. На размер ноги у меня 42, 8 вес. 8, да. Вместо икса H. Почти угадали, видел? Они вот, гадают, какой у меня ник. Вот. А, ну вот, да, большой. Вот. Что, добиваем? Давай последний прям. Это Инстаграм. Смерть. Ну и ТГХ такая же. 61-й подход. Работаем за ВДВ. В отказ. В отжимании до отказа на лотке не больше 15 повторений. Погнали, наши гранцы. За ВДВ! Yeah.
Попробуй 12. Сейчас мы идем в раздевалку, показываем раму. Это пизда полная, блядь. Как это убрать? Этот комментарий ебучий. Так, дядь Саша, пошли, что там, там сейчас спич будет какой-то. Я чувствую. Набрасывать, далеко прямой эфир не убирай. Так мы вот, мы к вам и идем. Так, дядя Саша будет насыпать. Дядя Саша. Слабонервно. Саша. Просьба удалить. Слабонервно от экрана уходим. Стоп, жить. Ребят, первое, что хочу сказать сразу по тренировке. Те, кто занимался уже, ну, кто вот эту дистанцию проходил, поймут, о чем я говорю, для новичков. Ребят, вы поняли, да, чем отличается тренировка на улице от тренировки в зале? В зале хуже. В зале сложнее. Сложнее почему? Потому что нет свежего воздуха. Вот эта вся работа, я еще раз повторяю, это силовое кардио. Мы работаем на жирных кислотах, мы работаем на кислороде, мы тренируем сердечно-сосудистую систему, мы тренируем общую силовую выносливость. То, как мы дышим, все завязано на дыхании. Дыхание – это основа здоровья. Сейчас вот мне прямо интересно сейчас. Вот смотрите, ребят, вы видели, как я орал, как я кряхтел. Пульс 127. Дядь Сереж. Это он просто битку показал, то, понял? То, что я газую, видимо, это не значит, что я рвусь. Потому что я говорю всегда, вот то, что я рычу, режим хищника, я помогаю себе дышать. Я себя разгоняю физически, то есть я не запираю, у меня не создается внутрибрюшное давление. Когда вы делаете, жмете на задержке, возрастает давление условно у вас там 120 на 80. И в момент сокращения, понятно, что здесь вес небольшой, но усилия все равно есть. Может разгоняться до 400. Что хочу сказать второе? В общем, вы поняли, да? Вот эта вся работа, в этом и есть суть динамика. Отжимания, молоточки, чтобы можно было комфортно тренироваться на улице, дышать свежим воздухом при температуре плюс-минус 10 градусов, а даже ближе к нулю, получать удовольствие. Здесь там было же, немножко сложно. Из-за того, что немножко жарко, из-за того, что не хватает кислорода, из-за того, что немножко дышишь, дискомфорт, сложно психологически. Вот эта работа, она рассчитана на то, как я говорю, когда ты волну поймал, когда ты пошел, вот этот кайф. Кайф, когда у тебя циклическая работа, когда тело адаптировалось, когда ты дышишь. Ну, не мне вам рассказывать, понимаете, о чем я говорю. В общем, рекомендую делать эту работу на улице. Сегодня мы ее сделали в зале, потому что я знал, что вас будет много. Вот, поэтому еще раз всем, кто приехал, спасибо. Еще раз, сегодня у нас уважаемый гость Сергей Николаевич Баюк. Я его очень люблю, я его уважаю как личность, как человека, как мужчину, как, скажем так, медийного блогера. Ну, понимаете, о чем я говорю. Я, знаете, о чем думал, я себе, что буквально бывают такие моменты, приходят ностальгические, философские. Пацаны, дядь Саша вообще ничего не ходит, блядь, это все. Когда я начал вести соцсети, а соцсети я начал вести поздно. Я такой немножко старовер. Это хромка. Вот. Хотя то, что пацаны, мы делаем, пацаны, это хромка. Тихо ты. Но я понял, что надо бороться с системой только через соцсети, потому что сейчас все в мониторах. Поэтому то, что мы делаем, и как говорят, что если это все через камеру, вы там показуете, как дурак. Мы транслируем, что есть и обратная сторона медали. Не про красивую жизнь, а про упорство, терпение, труд. И вот меня дядя Серега в 19 году среди много, скажем так, среди общей массы он меня выделил, заметил, подписался на меня, репостил меня, давал мне советы. Наставлял меня. Где-то у меня спрашивал советы. То есть это один из первых людей из медиев. Ну, 10 лет. Кто обратил на меня на себя ничего. И вот дядя Сережа, ну я зря знаю, не скучаюсь, как есть, дядя Сережа.
Вам за это большое спасибо. На сегодняшний момент, как бы, ну, я, скажем так, люди там за меня в курсе. Много медийных меня смотрят. Я надеюсь, что они мотивируются. Но один из первых, это был дядя Сережа, тот, который мне и духа дал. Тот, который мне помог, ребят. Тот, который мне помог немножко выйти, скажем так, если мы говорим о медийке. Потому что если бы не было медийки, не было бы меня, не было бы нас здесь, не было бы вас. Поэтому еще раз, дядя Сережа, вам за это время. Что еще хочу сказать? Два года назад была ситуация. Дядя Саша, легенда. Вот я уехал в командировку, это было в Крыму. Вот у меня друзей моих, бизнесменов серьезных, обидели нехорошие люди, шантажировали, там большая сумма денег, очень серьезная движуха в Крыму, да, это было ровно два года назад, как раз перед Новым годом, и я поехал в Крым, ну, собственно говоря, этих негодяев искать, вот, ну, я их не нашел, слава богу, я там все, когда узнали, что я приехал, все решилось само собой, ну, потому что я приехал и обозначился, что люди не бесхозные. Я здесь с Сережей был на связи. В общем, чтобы вы понимали, та работа, которую мы делаем, дядя Сережа ее делает давно. То есть у дяди Сережи своя методика, у дяди Сережи свои комплексы. Потому что у дяди Сережи возраст, у него опыт. Вот если у меня опыт вот такой, за счет того, что дядя Сережа старше, у него опыт, соответственно, больше. И вот дядя Сережа говорит, я тоже отжимаюсь, мы там общались. Он говорит, Сань, я, говорит, тоже отжимаюсь, но я, говорит, у меня еще приседания присутствуют. А я находился в гостинице, то есть у меня из подручных средств не было ничего. То есть я мог только отжиматься, я мог только приседать. Я говорю, конкретно. Я всегда мастер альтернативной. Да, дядя Саша, просто, блядь, если мясо и тренируется, даже никакие вот эти протеины, не протеины, нихуя. Не надо, и никто вам не нужен, было бы желание. Если нет желания, нужно уметь победить свою лень, быть хищником. Конкретно. Поэтому я Сережа говорит, Саша, я, говорит, добавляю еще отжимания. То есть что я делаю? Я беру секундомер, схема есть работы моей, делаю 10 отжиманий, делаю 6 чистых приседаний. И так прохожу дистанцию 60 минут. За 60 минут плюс разминочная я набираю 1000 повторений. Пацаны, еще телефон сядет, ёпту. Бадюка Македонского. Поэтому, кому интересно, ребят, если у вас, если вы где-то в командировке, да или просто вы на улице, если есть настроение, вот, или если вы хотите позаниматься, ну и вот эти, знаете, моменты ментальные вас блокируют, что нет этого, того, нет друга, нет турника. Каждую минуту работа, старт. 10 раз отжимаемся, 6 раз приседаем. Для тех, кто более функционален, чем я, молодых, можно делать 12 отжиманий и 10 приседаний. Для тех, кто более взрослый, менее подготовлен, можно делать 5 отжиманий, 3 приседания. Мы набираем объемы. То есть сегодня за 60 минут разминочные плюс крайние, то есть где-то получилось 1250 повторений. Это где-то примерно 45-50 тонн КПД при моем весе. Мало, много, чтобы такой рабочий объем набрать в зале Зверь. Железом со штангой 100 кг и будете тренироваться 3 часа, я не буду сейчас вам там, ну, по цифрам рассказывать. В общем, есть вот такой комплекс, ребят, комплекс Бадюка и Македонского, официально зарегистрирован и одобренный я Сережей. Очень важный момент, парни, очень важный момент. Мы сейчас его нарушаем очень серьезно, Саша его знает. Когда тренировка закончилась, вот такая интенсивная, ни в коем случае не останавливаться. Не садиться, не падать, не отдыхать, а найти все силы пойти погулять. Особенно на улице прогуляйтесь, дайте хотя бы 5-10 минут заминочной прогулки. Потому что если вы сразу рухнете, лучше меньше сделайте упражнения, но вот без этого, вот, без заминки вот этой, ну, возможны проблемы. То есть поставляйте такой вот, выходите в нормальное состояние, в нормальное дыхание, не сидя уже, гордясь собой, чуть-чуть пройдитесь. Буквально 5 минут, вы просто разницу, как вы выходите, вы, ну, больше сил будет сохраняться. И очень важно всю тренировку, но это Саша вам уже сказал, выходите постоянно. Ни в коем случае не садиться, не садиться, не опираться. Ходить. Я даже говорю, чтобы они не останавливались. Боже сохрани. Подойти и не стоять. Не стоять. Только ходьба. Не стоять, только ходьба. Только ходьба. Я, честно говоря, я очень люблю, я приседания люблю делать, я делаю приседания, я всегда удерживаюсь руками.
я ищу за что стабильное. За что взяться? Я буду снимать при этом. Я четко, я делаю разные типы приседаний. Мы с Сашей, если вам интересно, мы говорим с ним. Вот честно вам скажу, вот я ненавидел приседания. Но вот сейчас, если у меня вообще нет времени, вот вообще, ни сил, ни времени, ни желания, 10 минут по 10 приседаний, это ну вот как чистить зуб. Да, я, Сережа, углы понимаю. Меняю, то есть так приседаю. У него своя методика. У меня своя там методика. Будет если... видео по этому поводу. Да, я охотно с ней поделюсь. Но вот 10 минут, если ты день не нашел, ну... Очень долгая речь. А так я, конечно, хочу сказать, Саша, огромное спасибо, потому что та подвижническая работа, вот каждый на своем этапе жизни... Что-то сколько бы фактов тебя в красном пишут? Сейчас сделает он. За минуту. Очень важно вот этот период, когда может быть, а Саша ориентир, безусловно, безусловный авторитетный спортсмен. Знаете, что самое важное? Вот я с огромным уважением к любым ребятам, которые в зале занимаются, но он, то, что делает Саша, это может делать любой там городской пацан, в любой деревне, ну, в любом месте. Потому что вот смотрят, ну, а что вам там в Москве? А что в Москве не заниматься таких залов, понимаете? Ну что там, а я вот там в деревне, а я в армии, а я там, а я сям. Это все отмазка. Все в Москве, да. И если бы нас здесь не было, сейчас воскресенье в таком... Запомнил? Запомнил все, пацаны? Вам спасибо огромное, я с вашего разрешения отзваниваюсь, Саша, спасибо тебе. Вам большое спасибо. Давайте сделаем общую, я с радостью, да. Ребят! Суета и движ, мы с тобой поделим это поровну, братья. Занимайтесь конкретно. Занимайтесь спортом, развивайтесь духовно, нравственно и физически. Потому что в здоровом теле, здоровый дух, и все это работает. Супер! Давайте на фоне, мешкам. Мешкам, да. Бля. Вот так вот, в общем, встать, да. Я должен был это выкинуть, пацаны, это Хром Хардс. Все, кто понял, тот понял. Все, положите мехом, все, поставим. Надо сфоткать. Сейчас, пацаны, да, внутри парочку, подождите. Вот тут. Посмотрите пока на нашу попочку. Что? Пацаны, все. Белок сюда. А поставьте камеру, это потом. Это Гоги вопрос. Так, вот это. С собой спринговать, отстань. А что ты такое боишься, маленький? Пацаны, ставьте плюс, кто хочет спарринг. Пацаны, телефон выткни. Что плюс они пишут? Зачем они плюсы пишут? Да мы не будем драться, пацаны, мы же братья, мы сказали это все шутки. Давай. Все, подержи, не-не-не, подержи сам. Так я в эту в палку встану. Ну что, как-нибудь я его разведу. На бой. Ты пиздец, блядь, тип. Кто? Чекайте, давайте вот так будем. Чувак, это селфи-палка. Так, меня, давайте, кто не фотографируется, контент.
Ребятки, пока убираем на места. Ребят, Соня фотографируется, убираем гантельку. Ну, короче, Жень. Чё? Чё, прощаемся с пацанами? Я предлагаю, знаешь, что... Я предлагаю запустить. Давай на следующий стрим скажем, наверное, что будем делать. Ещё здесь, сейчас пойдём. А, да, давай еще чуть побудьте с нами тогда. Не, сам зарядочку сделаем. Не, все. Для Саня там что-то как бы, хочется пообщаться. Да, у меня просто этот телефон сядет. У меня зарядка. Не работает она, блядь. Новый. Не работает он на айфон этот, ебаный. А на второй. Этот? На, блядь, трудная схема. Пацаны, мы сейчас Сигу пойдем дадим. Слушайте, плюс чат, если надо сегодня стрим запустить еще один. Да, давай так, подожди. С Шахом. Либо мы с Шахом стримим сегодня к вечеру, но мне кажется, лучший вариант все равно завтра, типа, сделать. К вечеру, типа. Что думаешь? Ну, ты сам что думаешь? Или чат? Ну, они что-то не активные нихуя, поэтому я думаю, завтра лучше. Плюс, ну, давай мы созвонимся. Ну, давайте так, Шахом, если я сегодня увижу 10 нарезок в ТикТоке, то мы сегодня запускаем. Если вот я сейчас зайду в ТикТок, увижу 10 нарезок. А у меня 100 подписчиков плюсом, блядь. Ну, это на него похуй. Ну, короче. Это я как Барта Симпсона, блядь, вообще буду. Ах ты мелкий. Ну все, давайте, пацаны. Хорошо. Давайте. Будьте на связи в телеграм-канале, там все уже решим. Поэтому вот. На связи.